Дед Мороз, Снегурочка и их помощники сегодня дарили староскольцам новогоднее настроение в трамвае с конкурсами, песнями, стихотворениями. Празднично украшенный транспорт со сказочными героями – уже традиция в преддверии Нового года. Снежинки, бантики, колокольчики, елочки, мишура и даже Дед Мороз. Староскольский трамвай ко встрече Нового года готов и буквально заражает праздничным настроением пассажиров. Дед Мороз под Новый год все, что хочешь, принесет. Загадай желание ты и исполни за мечты. Я не просто загадал, на листах нарисовал. Их под елку положил, ватой бережно прикрыл. Папе с мамой не сказал, что себе я пожелал. Так и вышло, Дед Мороз, все, что я хотел, принес. Жаль, в году всего лишь раз, он заботится у нас. Братьев Даниила и Кирилла Тынянских в новогодний трамвай привела бабушка Валя. О необычном транспорте ей рассказала дочь. Вот и решила внуков после катаний на ледянках с горки прокатить еще и на трамвае. Покататься на новогоднем трамвайчике, поднять их настроение, поздравить всем с Новым годом. Хочу пожелать всем здоровья крепкого, чтобы все печали и неудачи остались в прошлом году. Чтобы в новом году ко всем стучались только добрые вести и хорошие люди. И у всех было прекрасное настроение. Пассажиры рассказывали стихотворения, слушали и пели новогодние песни и участвовали в викторинах. Наконец-то она просто красавица. Кавказская пленница, конечно. Выйти из такого трамвая с плохим настроением просто невозможно. Ну, во всех пассажиров новогоднее настроение. Вот, ездят на дачу многие, очень много ездят. По свежему воздуху прогуляться в нашем трамвайчике. Возим пассажиров УМК, работников. Долго украшали? Ну нет, это быстро все. Мы же специалисты. Мария Шелепова, Роман Стариков, Евгений Сазонов, 9 канал.